Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такой корабль на столе от компании Elegance. Это максимально востребованный полужесткий чехол для удилищ в длине 145 сантиметров. Очень качественный, совершенно недавно пришел к нам на российский рынок. Серия Feeder Pro. Как вы видите, приятный цвет, синий. Комплектуется вот таким мягким плечевым ремнем, очень прочным, надежным, мощным. То есть мне очень, когда берешь его в руку, действительно чувствуется, как говорит известный сатирик, уверенность в завтрашнем дне. Ручка для переноски тоже широкая, из синтетического прочного материала, типа кордура можно назвать. Дальше, что крайне нравится покупателям всем, это вот такой огромный карман, смотрите, во всю длину, в длину 145 сантиметров для стоек. Сюда можно и зонт положить, и стойки, и гребенки, что хотите. Соответственно, молнии, широкие бегунки, прочные, металлические. Два, соответственно, один сломается, второй останется, если вдруг, да, но качество очень хорошее. Разделение, точность также. Здесь идут еще липучки, вот вам, наверное, не видно, здесь еще липучки для удилищ. Ширина 18, вместе с карманом 22, длина 145, как я сказал. Очень приятный чехольчик, прочный, надежный и очень недорогой, что сейчас немаловажно. Поэтому заказывайте в Multifish, покупайте. Всего доброго и до новых встреч.